В Нижневартовске прошел региональный форум активистов федерального проекта «Единой России. Школа грамотного потребителя». Напомню, он направлен на образовательную работу с жителями в сфере ЖКХ. Такой формат, как форум, считают организаторы, это отличная возможность обсудить насущные вопросы и поделиться опытом решения тех или иных проблем. Участники представляют 11 муниципалитетов Югры. Это общественники, специалисты, администрации, депутаты, сторонники партии «Единая Россия» и члены молодежных парламентов. На площадке форума обсудили такие вопросы, как взаимоотношения управляющих компаний, создание и работа самоуправления многоквартирных домов. Это школа грамотного потребителя, которую мы должны знать как обыватели. И, соответственно, понимать, как мы все это должны делать и как мы это будем делать. То есть, начиная от вопросов жилищного хозяйства и осуществления конечного результата. Что мы в результате должны получить, допустим, там, Россовета многоквартирных домов, например, да, по всем муниципалитетам. Если мы сегодня располагаем только субъективной информацией, да, где-то приблизительно там 10%, только сегодня Совет МКД существует вообще у нас в округе, на всем жилом фонде, вот, то мы должны следить за ростом этого процесса.